Крылья Советов договорились об аренде Тараса Бурлака. Полузащитник Крыльев сломал руку в матче против шведов. В Самаре встретятся российские и мексиканские боксеры. Крылья Советов договорились с Рубином об аренде 24-летнего защитника Тараса Бурлака. Официально сделка не состоялась, но принципиальная договоренность есть. Крылья арендуют Бурлака до конца сезона. Агент футболиста отметил, что Бурлак делает шаг назад, уходя в клуб ФНЛ. Но зато в Крыльях у него будет постоянная игровая практика. Для него это главное, и он сможет выбраться из психологической ямы, в которой оказался в последнее время. Полузащитник Крыльев Советов Денис Ткачук сломал руку в матче со шведским клубом АИК. Из-за травмы футболист уже пропустил послематчевое восстановительное занятие и некоторое время будет ходить с гипсом на руке. Несмотря на это, матч со шведами закончился победой Крыльев со счетом 2-1. Это был последний матч самарцев в рамках сборов в Эмиратах. В следующий понедельник, 9 февраля, команда соберется в Москве, откуда отправится на свой сбор в Турцию. Помимо матчей Кубка ФНЛ в Турции, Крылья проведут товарищеские игры с клубами РФПЛ, Кубанью и Мордовией. Впервые в Самаре состоится этап Кубка мира по боксу между командами России и Мексики. Открытие и начало соревнований состоится 6 февраля в 18:00 в спорткомплексе «Грация» по адресу улица Физкультурная, 116. Честь России в весовой категории до 52 килограммов будет защищать наш земляк. Мастер спорта международного класса, двукратный победитель первенства Европы, вице-чемпион России Василий Веткин. Свою карьеру спортсмен начинал в Новокуйбышевске, в Сдюшор. Сейчас Веткин выступает в ЦСКА «Локомотив». We'll be right back.